Тверской области состоялось награждение лучших работников культуры областной ведомственной премией «Браво маэстро». Премия была учреждена в 2008 году по инициативе губернатора. С тех пор она вручается по итогам творческих достижений за прошедший год руководителям коллективов любительского народного творчества. Награды, в том числе почетные грамоты, благодарственные письма, дипломы, лучшим сотрудникам отрасли в этом году вручал губернатор Сергей Морозов. Сегодня мы отмечаем один из самых замечательных профессиональных праздников современной России – День работника культуры. И, пользуясь случаем, от имени и государственной власти Ульяновской области, Российской Федерации, от лица всех жителей прославленного региона, я имею честь поздравить вас о вашем лице, всех работников, всех ветеранов региональной отрасли культуры с этим, несомненно, по-настоящему народным и одновременно профессиональным праздником. Благодарностью Министерства культуры Российской Федерации за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу губернатор отметил министра искусства и культурной политики региона Евгению Сидорову. В культуре работают самые добрые люди, самые близкие люди к народу. И пусть наша земля будет счастливой, пусть поются песни, читаются стихи, ставятся спектакли, и мы все получаем огромное удовольствие от нашей чудесной работы. Мы с гордостью служим Ульяновской области и Российской Федерации. С праздником! Звание «Почетный работник культуры» удостоена директор Димитровградского музыкального колледжа Ирина Казаченко. Почетный знак Ульяновской области за веру и добродетель получила руководитель народного коллектива «Симбирские узоры» Галина Митязова. Наградами также были отмечены сотрудники филармонии и музеев Ленинского мемориала, Кровеческого музея Центра народной культуры. Центральным событием мероприятия стало вручение региональной ведомственной премии «Браво маэстро». Ее вручают за многолетнюю плодотворную работу в области сохранения и развития народных художественных традиций и выдающиеся творческие достижения. Обладателем премии «Маэстро» признана руководитель заслуженного коллектива народного творчества Российской Федерации «Соловушка», заслуженный работник культуры Российской Федерации Ольга Евгеньевна Нужина. Получила такую замечательную премию, неожиданно, в принципе, для себя. И мой труд оценен очень высоко, и от этого, в общем-то, меня переполняют эмоции. Но я так думаю, что для начинающих педагогов и вообще для творческих людей это может быть хороший урок, что есть к чему стремиться и расти, что труд наш не остается незамеченным. И это дело, которое мы занимаемся, очень благородное. И мы растим новое поколение творческих людей. Именными премиями награждены еще 9 человек. Руководители, балетмейстеры, режиссеры творческих коллективов Ульяновской и Ульяновской области. Ирина Антонова, Юрий Ломатов. Новости Ул.Правда ТВ.